Одного из фигурантов дела о выдаче водительских прав за взятки поместили под арест на 15 суток. Это сотрудник агентства государственных услуг, который, по данным Национального центра по борьбе с коррупцией, действовал вместе с сообщником, автоинспектором. Тот по решению суда на время следствия останется на свободе. Обоих задержали в конце прошлой недели. НЦБК обнародовал аудиозапись разговора подозреваемых. Они пользовались кодовыми словами. Желающих купить права они называли пациентами, а выдачу документа – выпиской. Cel al doi pacient, te rog, acolo trebuie să internare, a lecuire și externare, te rog. Da, dar ce, doi sau mai unul? Acolo sunt doi și amuia este unul. Amuia unul, e amuia, e gata, hoci și poi mâine, și mâine, și luni, și marți, și miercuri, când tu zici. El vrea numai externat. По данным НЦБК, госслужащий и автоинспектор брали взятки в размере от 500 до 2000 евро. По приблизительным оценкам, таким образом они помогли получить права сотни водителей. Сейчас следователи изучают собранные улики, чтобы установить личности других вероятных клиентов и участников схемы.